Ильнур, ну, какие-то ощущения, впечатления от матча, какие мысли сейчас? Да, какие мысли, впечатления? Проиграли игру, которую вообще не должны так проигрывать. Плохо, очень плохо. Игра вообще не удалась. В принципе, доминировали, там пропустили какие-то нелепые голы. Команда Лисер, из Лисер, все летело в створ. Там, Игорь Фатеев в центрополе был и чуть ли не залетел к нам. Очень обидное поражение. Слов нет, что сказать. Ну, от Лисок ожидали другой игры? Да нет, мы сколько с Лисками уже играем. Там, команда боевитая, неуступчивая. Всегда жажду выиграть у нас, потому что там пол команды из Воронежа, тренер главный из Воронежа. Так что им просто нужна была та же победа, как нам. Проиграли первую. Они были заряжены сильнее на победу, чем мы, получается? Да, нет, просто Коля Жиляев не забил момент, потом через 5 минут забили нам, как говорится, не забиваешь, ты забил тебе. И все, надо свои моменты забивать, я думаю, игра шла по-другому. Если бы я даже пенальти по второй, который пробил, забил, если бы его, то я думаю, игра бы, может, даже по-другому складывалась. Был элемент недооценки соперника? Да нет, недооценки не было никакой. Мы готовились к этой игре выигрывать только, но потому что команду хотели привести из премьер-лиги. Недооценки никакой не было. У нас также были моменты, просто нам, не знаю, наверное, меньше сегодня повезло, чем близко. Если бы играли тем же составом, результат был бы другим с самого начала, как ты считаешь? Да не могу сказать. У нас все футболисты одинаковые, просто ротация стала произошла, потому что нужно всем играть. И дали другим ребятам побольше поиграть, а нам восстановиться. Я думаю, у нас одинаковый состав, в принципе, все там 22 человека не равны, просто тут на данный момент получится физически чувствовать. Мы играли там в ФНЛ игру, сейчас ребята на кубок играли, в принципе, у нас состав одинаковый.